Всем привет, Днепр на связи. Продолжается наш с вами день. Как ни странно, погодка наладилась, вышло солнышко, чистое небо. У нас что-то тревоги зачастили. Вот недавно был отбой очередной тревоги затяжной. Тревога за тревогой. Ну, у нас тихо. А вот что на этом полетело? Шестоколетая. Чигоробчик. Чешу. Так и не разобрал. В общем, у нас, друзья, тихо. А? В суммах прозвучал взрыв во время тревоги. Сказали изначально, что баллистика. Потом сказали, что С-300. В конечном итоге областная военная администрация сказала, что был нанесен удар по городу Сумы авиационно-ракетный. Поврежден объект инфраструктуры гражданской. На месте работают все необходимые службы. Тут видите тюльпаны. А почем тюльпанчики? 50? Да, просто 150. О, понял, спасибо. 50 гривен один тюльпан. Ну, я сейчас смотрю, вон дамы идут с работы. Цветочки, коробки конфет в пакетиках. Ну, то есть, отмечают 8 марта. Кто там писал, что у нас не отмечают. Завтра у многих, я так понимаю, выходной. Если частное предприятие, там уже решает начальство. Ну, вот такие, в принципе, дела. Новости на данный момент. Кстати, тюльпаны по 50, это, наверное, еще нормально. Бо завтра будет гривен по 100, по 150. Хорошего вам дня. Если получится, то часиков в 5:30, может, стримчик будет такой непродолжительный. Поищем лютика. Счастье в жизни или еще что-нибудь. Вот как-то так.